Дорогие друзья, на Белостровской тоже поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Ну тогда вот про нас. Значит. А мы жили на 12 этаже, на самом последнем. Вот. И добираться к нам туда было, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, легко. Потому что с 9 как раз попадали на свой родной этаж. Я вот когда сидел, помню, сижу дежурным по этажу, я был на 4 курсе, а там жили 5-курсники рядом с нами. И вот один прошел, потом второй прошел, потом третий прошел, потом четвертый прошел, потом прошло человек 20, и двух девчонок затащили. Как они их тащили, это все зимой происходило. И магнитофон вот такой здоровый. Значит. Причем мне так проходит, меня так по плечу меня потребует, типа, все нормально, мужик, не волнуйся, все хорошо. И туда скрывается в своих комнатах. Известно всем, наш пятый факт таков, что редко кто забраться может выше, мы как орлы. Залезли высоко, над нами только протекающая крыша, но тараканами истоптанный этаж хранит еще следы былой отваги, как ордена висят замки, где предок наш ходил, как говорят теперь, из грек в Ариадии, где он прошел тогда, гоним судьбой, теперь не ходят люди-человеки, объявлен заповедным нам с тобой. Весь этот путь по воле злющей сети, им раньше было легче, чем сейчас. И как обидно, что какая-то дубина под корень срезала романтику у нас, закрыв тропу комрада Хо Ши Мина. Но верю я в советский наш народ, в курсантском эстраду еще мужчина. Настанет день, он дверь с петель сорвет, открыв тропу комрада Хо Ши Мина. Настанет день, он дверь с петель сорвал, как и случилось, открыв тропу комрада Хо Ши Мина.